Абсолютно всех работодателей Бурятии обязали завершить вакцинацию до осени. Это касается особенно тех работников, которые часто по роду своей деятельности соприкасаются с большим количеством людей. И обязательно вакцинировать должны не менее 60% сотрудников. При этом вакцинация не распространяется на лиц, которые имеют противопоказания к прививке. Но они должны быть подтверждены медицинским заключением. Все остальные так называемые группы риска привиться обязаны. Это, конечно же, сотрудники медицинских и образовательных организаций, это работники социальных учреждений, это работники организации сферы услуг и сферы обслуживания, это лица в возрасте старше 65 лет, студенты и другие категории граждан. Работодателям необходимо провести вакцинацию своих сотрудников в срок до 1 сентября 2021 года. Кто-то больше, кто-то меньше, но работники в Бурятии стараются привиться. Темп вакцинации сегодня 275 человек в день на 100 тысяч населения. В Минздраве сообщили, что привить от ковида планируют более 430 тысяч человек. Первым компонентом вакцины привито 261 389 человек или 60,6% от плана, что составляет 36,3% от численности взрослого населения Бурятии. Завершили вакцинацию 203 623 человека или 47,2% от плана. Добавим, что люди, подлежащие вакцинации, вправе отказаться от прививок. Но в случае отказа без уважительной причины работников отстранят от работы на период эпидемиологического неблагополучия. Работодатель вправе сделать это без сохранения заработной платы. И лишь после прохождения вакцинации сотрудник может вернуться к выполнению своих обязанностей. Мария Латышева, Жаргал Цилиндашиев. Новости дня.